57, красава. Хавать рыбу готовность. Раньше соблюдаем. 8 метров отходим от огня. Заливаем, потом снобальтов заливаем. А, ты, наверное, возьмешь вот правую, а Мишка левую, и под левой Герой заливаем. А ДК дайте каску паладин. Эрпал по ДК подкинь. А, блядь, жена же у меня уехала, она завтра будет. Сейчас, подожди, секунду прям. Я уже запустил. Да и я успею. Походу за пивасом пошел. Я, если что, схвачу, если Мишка не полетит. Да не, я здесь. Я забыл, что жена уехала, курить теперь дома можно. Ребята, вы все знаете, в бомбах, в огне шаман, не стоим. Шаман-то здесь? Или нет? Я не знаю. Я чекал, должен был готов быть. Да, здесь. А че он у входа стоит? Шаман, заходи давай. Охуеть. А где он, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Так, ну... Махали бас, отойди мне, блядь. Что можете ебашить? Не достаю. На. Так, по сколько стаков? Сова, подними, пожалуйста, шамана. Или шаман сможет? Хит так пусть он перестанет. Сдруй. Я думаю, пока держишь, потом тестер тебе блок даст. Рафра. Просто все стаки спадут. Да я думаю, выжил. Да, они же только ОЕФ. Как дота тикает просто. Честер, как упадет босс, кинешься на бок. На андроида? Да, да, на танк он снимет себя. О, нет, не кидайте, ну ее нахуй, блядь. Не-не-не, кидай стаки, чтобы не захиливать. Снимай, брат. А ничего блядь, страшного. Блядь, говорю же, мне надо все эти снять. Да забей, ладно. Он сам спадет. А, блядь, не того стагрил. Сори. Давайте, Рот. Будет смотреть. Пойдете, не убила. Ну и где Гера, ёпта? А у шамана проблемы там немножко. Вон, Саня. Сейчас после дыхания бежим сразу к черепу, бежим зеленый к черепу. Все, поворачиваю, снимаю. Видите, череп. Все, ушли обратно. Еще зеленый есть. Где ты? Так, где-то я заморозился. Ну доиграйте, блядь. Да. Бля, ну пиздато. Разморозьте медведя, но есть на ком-нибудь? Нет, ни на ком. Где на нету? Меня красиво прям заморозил вот так. На аватар. Я не достаю, блядь. Подойди чуть-чуть, вот. Я не достаю, я не могу. Хайтите. Ну, давай. Второй там, блядь, переагрил буду. Давай. Так я за ним пока бежал. А, шаман, что шаман, мне не могу понять. Перезапустить ему комп надо. Так, ну я могу кого поднять? Друида? Да нет, все нет, уже падает. Умираем? Конечно. Миш. Давай, сейчас я нормальную тактику расскажу, потому что люди, не знаю, тактики здесь бьют по какой-то странной. Ребят, извините, у меня столько времени нет. Что у тебя? Времени столько нету. А ты считаешь... А сколько у тебя время есть? Понятно. 40 минут. За 40 минут успеем. Значит, вставайте, заходите в инст. Значит, смотрите. У боссов, у жуков вот этих, у червей есть две фазы. Подземная и наземная. Когда фаза наземная, то хвост у него на полу. Когда подземная, у него хвост
под полом находится. Тогда фаза, когда червь с хвостом на полу, он ходит. Который зарытый, он не ходит. Тот, который ходит, оставляет лужу и кидает свой дебаф, красный или зеленый, только в танка. Когда они зарываются, они меняются фазами. Подземный становится наземный, наземный становится подземным. Соответственно, вы все знаете, что зеленый нейтрализует, точнее огонь нейтрализует зеленый дебаф. Чтобы убить этого босса правильно, милики должны бить того червя, который с хвостом, РДД того червя, который зарытый. И меняться, когда они зарылись, нужно меняться. А проще говоря, вам нужно убить червей одновременно. Да нет, тут не робит, они сюда заливают именно это... левым, ты понимаешь, что это все хуйня. Когда ты одного зальешь, он на тебя кинет дебаф зеленый или огонь и просто будет лайк. Маги, поставьте столик, пожалуйста. Жадные маги. Все, вот столик, давайте сейчас бить будем одновременно червей. Все очень просто. Два червя, смотрите на их здоровье и бьете одновременно. То есть маги, шипы, сова, вы играете по двум целям. Милики вы играете только по червяку, который с хвостом, который ходит, которого танк водит. Потому что у него хитбокс больше. Чек на маги, бафните. А можно кашку магом? Кашку магом, зачем кулак? Сейчас ретрик даст. А можно бафинты? Так висит же. На мне нет, уже висит. Во, мне шея отсюда нужна. Или тринка. Первый босс все то же самое, второй босс я вам объяснил. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Да нет, просто меня застанило бы. Сейчас буду вместе с тобой стоять, чтобы если тебя плюнул, он сразу снял. Потому что мой червь сразу кидает только на меня баф. По рейду он кидает, когда зарывается. Рост когда даем? Так, блять, опять он у меня пропал, где мой рост? Давай, давай, берсерк, набирай. Подожди. Ёбаный рост. У меня же ярд. Блять, правда. А ты смотри, ну ладно, попал. Честер в огне там, стой. Дай, дай, дай. Я вижу. Снобольда тоже кидайте, шипедот. Маги тоже фаерболы с набольда. Все, давай на него боб, он спадет сейчас. Все с набольда играем. Или сними сам. Он спадет. Вот тут вместе да с тобой спадет. Стоит. Блять, сука. Перепутал. Видишь, я рядом с тобой стою, позеленеешь, сразу ко мне подойди. Угу. Так, веду к тебе немножко. Так, а чё он меня так хуярит? Аж переагрип. Сейчас заберу. Маг, блин, конись к черепу. Второй подойди.
Моего червя тоже бейте. Кто зеленый там? Свечкинься. Да. Так, зарылись. Кто зеленый там? Не вижу. Зеленый вот сова стоит. Гипнозис, я сейчас сова. Я сейчас заморожусь. Не вижу, где он. Это да, центр. Где мертвый этот? Червяк. Вот сейчас смотри, мой не двигается, дает его еврей, твой ходит. Меня хили, я далеко отошел, честно. Тот, который двигается, веди ко мне, слышишь, медведь? Веди ко мне, а то хуёво будет. Веди полукругом. Меня пиздец. Веди нет, полукругом. Меня сейчас это достанет, я не могу. О, он, нормально. На ком огненный баф, подойдите к медведю. Сова. Вы играете в кислоту, что вы делаете? Сова, поднимай мага. Хипо вот этот вот. Я сзади. Сзади повернись. Да-да-да, вот. Слева. Ну, все, сейчас теперь. Они опять сзади. Фазами меняются. Блять, вы хуйню делаете, ребят. Все, танчи его. Бейте последнего червя. Вы не понимаете ничего, что происходит. Умираете, наверное, от огня. Сова, подними мага, нам еще маг пригодится. У него КД ангрит. Сейчас он умрет, я его подниму тогда. Давай, я подержу. Отведи Лужина в мирезоне. Я подержу, иди поднимай мага. Бейте быстрее. Милики, отойдите от меня. Можно баф сразу? Баф по магу. Баф по магу. Все, танчи. Ну, вы тут не должны умирать, я не знаю. Давай захиливай. Блять, пал. Как не прохилить-то его? Бабы не было. Шаман один хилишь. Отбегаем от него. Если вдруг он врежется в кого-то, отдаешь прыжинки сразу все. Чтобы он тебя не ваншотнул. Так, бьем. Давай, рост, шаман. Быстрее. А не, мы так убьем. Зерак слушай, рост оставь. Да, убьем. А у нас и КД, я не заметил. Так, маг. Стоунти выступает. Ага. Все, убьем. А второй маг как яснулся. Росла подняла. Поднял. Это хорошо. Опа. Жалко, что у меня КД БРов не показывает, а ДБМ. Добиваем дурака этого. Я не понимаю, как, блядь, приз, блядь, так быстро агрон убирать. Ну он очень мощный по шмоту. Хорошо играет. По магу дал это вмешательство. Хорошо. Отбегаем. Добиваем. Тут он дольше маячится, вот эта вот анимация больше. Вот смотрите, сейчас будет Зараксус. От Зараксуса два мага. А, Чирократ, правильно я называю способность? Да. Вот, приз тоже самое помогай. А рецепт ролим все. Сейчас. Да и я. Ролим. Здравствуй, ролим. Да. Да, лучше приз не диспелит, потому что у нас дамаг будет больше. Ну запуржим, не приживай. Так, ошейник надо кому-то? Да, давай, я по. Тебе прям не сильно, сильно надо, а то я бы фури типа таскал его с РП. Ну выбирай. А раз и надо. Так, запускаю босса. Добрый день.
Сейчас великий чернокнижник Вилфред не попал. Дайте интеллект лап. Давляйте баф. Значит, на боссе две метки всего лишь. А, Мишка. Да. Пусть как-то ренчно берут, чё, все в куче. Само собой, все становимся в рейндж. Значит, Мишка танчит босса. А, из появляется этот портал. Портал все переключаются мгновенно. Шипы, милики, маги все. А, из него, если его не убить, будут выходить бесконечно мобы. Нужно, чтобы не больше двух мобов вышло. Эти мобы, которые выйдут, я завожу под босса, их бьют. Чумой ДК, маги вешают на них бомбы, их заливают, убивают очень быстро. Это в приоритете убить мобов, чтобы они не мешали. Когда появится вулкан? Приз, ты в дискорде, но плюс 7 в рейд, пожалуйста. Я в дискорде. Значит, смотри, когда появится вулкан, когда будет появляться... Вулкан тоже бьем. Когда будут появляться големы, хилы отдаете свои прожимы, начинаете хилить очень сильно, цепухой там и так далее. А ты, приз, по ситуации прочитай гимн на ХП, когда они начнут ауешить по рейду. Смотрите, самое главное, стаки из босса забирать. Ну, метки красные захиливают хилы, зеленые выносят. Зеленые выносим великие, не слабые. Так, 5 секунд портал, приготовились. Его сразу бьем очень сильно. Вот портал, все в него переключились быстро. Убили. Быстрее, быстрее, все бьем. Квадрат поставил, убили. Вышли огонь, вышли огонь, милики, вышли огонь. На ком-то огонь, отошел Мишка, Мишка отошел. Вы что, не видите зеленый лук? Диспель, диспель. ДК, как у тебя дела? Почему ты умер? Отведи немножко босса от центра, чтобы лужи не стояли милики, они не видят ничего. Слышишь, Мишка? Отведи немножко босса, ставь их в мобов. Вот этих вот, квадрат сюда поставь. Захиливайте меня. Заливаем. Сова, есть КД на Б? Все вулкан, все вулкан. Свечник. Треугольник поставил, быстро все вулканы убили. Здесь. С гимна ХП по ситуации. Отлично, убили. Вулканов заливаем. Все в элементале играем. Не роняем магов. Ауешка, ауешка даем быстрее, быстрее. Магия, далее ауе. Звездопад. Дайте ауешку под босса. Ауешку под босса. Вот отлично. И все. Один элементаль остался, убили. Вот он один. Убейте его. Стаки, сдержите маги. Стаки, не забывайте маги. Я живу. Он вроде бежал. Значит, приготовьтесь. Значит, сейчас будет еще врата, и их надо убить. А, мобов с врат уже не бьем, бьем только босса, набиваем. Все врата быстро. Свечность врата справа. Быстро врата. Меня слышно на дверь? Да, слышно. Вот это хорошо. Все, пусть у тебя стоит этот моб. Все куда до босса добиваем, да. ДК, ты в РК? Ты прерываешься. Я понимаю, что я прерываюсь. Честер, если что, давай. Это дискорд такой, либо у меня что-то. Так, добили. ДК сразу поднимаю. Да не надо, сам зайдет. Шея. Потом мы сразу уберите. Тена очень нужна? Да, конечно, мне мастерство надо. Ах ты, зараза.
Давай тогда рулить с тобой. Плохие собаки Альянса! Вы выпустили повелителей демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь! Чё ты ж погонять не дашь юному протовару? Справиться с ордынским отродьем! Успокойтесь! Башмаки надо, что ли? Такого заговора здесь нет! Отдам тебе. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир так. Продолжается. Так, сейчас. Ты посмотри, с чем я танчу. 226-ая. Ну, если хотят вынести. Так, пойду запускать. Сейчас посмотрим, кто выйдет. Значит, маги контроль, совы, шаман жабу кидает, сова. Надеюсь, мы слышно. Да, я слышно. А у тебя жаба в качественных талантах или нет? Шаман. Посмотри его талант. В смысле жаба в качественных? Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Так, я попью пока там. Подожди, там мало талантов качать, чтобы жабу... Нет, жабу может любой шаман кидать. А, понятно, ладно. Герои во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Ну, смотри, видишь? Так, смотрим. Так. Ретрик. Хил шаман, хант. Будем первого сливать ханта. Звезда. В честь у тебя есть ассист, будешь ставить, переставлять метки. Второго будем сливать шипы. Значит, Мишка, держишь ретрика. Да вот держу. Ретрик, треугольник твой. Угу. Я держу вара. Варвара держит. Варвара держит. Так, смотри теперь. Сова, ты меня слышишь, ВРК? Поставь плюсик, пожалуйста. Сова, вот по вот этой луне даешь вихрь. Хипно. Сейчас твой ник прочитал. Хипносис, ты слышишь меня? Да. Когда три вихря спадают с луны, это шаман хил, который хилит мобов. Ты даешь овцу. Ага, все. Так, друид у нас не превращается, ему просто прист дает фир по КД, ну и по ситуации, то есть он просто пускай хилит, короче. Ну вот луну надо контролить хорошенько. Окей. Чек на пульс. Сначала, так. Сначала бьем звезду, потом бьем кружок. Не надо там стоять, мы просто идем сейчас разрывать этих фидеров. Все, Мишка, пошли. Ауе, только не лейте, плиз. Да. Дал фир. ДК, притяни ханта. Ханта, звезду все убили. Беги, малышка, беги! Мелик. Мишка, выводи. От треугольника отбегайте, он вас убьет. Отбегайте от него. Сейчас я тебе помогу таунтами, где он. Тут где он, блядь, ёбаный урон. Алибастер, вы... Блять, далеко, сука, ёбаный свет. Девинишь. Вот, все, у нас в кармане, стоим здесь. После звезды кружок, все в кружок играем, все в кружок. Отбегите от вара. Отбегите от вара, отбегайте от него. Давай, вижу. Шипую, всё. Сейчас, блять, таун. Видишь, как тяжело, да? Про диспейл не забывайте, паладины там. После кружка луну убьем. Я с таргета вообще не вижу, чтобы кто-то диспейлил. Таргет диспейлит приз. Кого сейчас? Я лампа не диспейлил. Пусть бьет. Кого бьем? Все луну играем. Бейте самула, бейте. Самула лучше играть. Луну, да, это самула, это шума. Контроль их по-разному, не только там.
тебя есть еще рывок, он замедляет, он на месте заставляет стоять 3 секунды. Мишка. Вообще, в твоем случае, если, если у тебя не хватает контроля, то есть, есть такая вещь, как дать корни, форма. Дать вихрь. То есть выйти с формы, дать корни вихрь. Все, добивайте звезду, потом будете нас, наших мильков бить. Ну да ты уже рассказываешь про топового просто мишку. Ну он же не. Он топовый. Ветрик, осторожно. Убивайте треугольника, а потом все ромбы. Вот видите, как все хорошо. Вот, тебе пора, короче, рейлить вообще все. Будешь как эти джоки на этом сервере. Шаманы, РДД, не стойте никогда рядом с миликами. Вот отлично, молодцы. К воротам отходим. Мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Шапа молодец. Фетиш, да, Шапа одетый мощный. Фетиш как будто ноги. Сейчас. Нас ждет битва с королем Личом. Нихуя себе, какие роллы. Сейчас посмотрим. А что, мы уже ролим, что ли? Да, да. Подождите. А, я не линканул еще. А, я фетиш линканул. Ролите. Вон 98 салат. Надо, блядь. Давай, сапожки. Не реви. Так, сапожки надо кому-то? Ткань, меткость, крит. Да. Да, пиздец. Так, а... Это шаман. Он на Элема сказал. Я, знаете, у меня и у ДК мало времени. Запускайте. Да, запускаем. Я не понял, почему 49 попыток? А, мы не обновили, да? Нет. Ну, блин. Ничего, по плащике можете забыть, ребят. Так. Берем черную все. Я беру белую. Так или как, или ты берешь? Ну пофиг, без разницы. Давай, я белую, ты черную. Ага. Значит, когда на вас черный баф, вы бьете белую, вот он череп. Когда меняете на белый, берете, бьете другую. А когда менять цвет, я вам скажу. А, нет, давай. Боже, это ж ткань. Честер, давай, ты будешь говорить, потому что на мне белый баф. Вальки держатся вместе. Чек на путь. Ну, давай. Когда поменяем идите, цвет, валик переводим просто к черному. Мак, принимай. А, либо остро. Все, Мишка, пошли. Сразу не... Не бейте, бейте, да, не поставить. Давай, иди, иди. Мишка, куда ты повел, блядь? На, тихо, буду. Маги, ловите сферы только своего цвета. Белый не ловите, вы сдохнете от одной сферы. Не ловите белый. Не ловите, это очень важно. Сейчас. Смена. Отсюда. И к тебе вы бейте меч. Смена, смена. Быстрее. Быстрее теряй. Переходим весь рейд. Мишка и все переходим. Да, переходим к черной встаем. Только кучно перебегаете, а не по одному. Когда сейчас на вас белый баб, черный не ловите, вы сдохнете. Я вам по-русски говорю, блядь. Белые ловите, увеличивается ваш урон.
смотрите внимательно, эти сферки летают здесь не просто так. Берите черную, бейте по щиту. Цель. Быстро черную, берите, бейте по щиту. Резко, посвечнулись. Светлую? Светлую. Все, отлично, переводим. Все, пошли. Переводим, да. Также встаем. Так. Значит, приготовились. Спецспособность 3 секунды. Помню. Черная, все, ничего не меняйте. Черная. Сейчас на вас будет стакаться лав. Я прожал глухую. Просто добиваем. Все ролим. Кидаем ролл. На чё ролл? Чё ролит? Рецепт я линканул в речи. Шумана, а. Дай тапки. Вот это ухо. Ладно, все заберу. Вам не надо никому. Да это ткань, блядь. Ну и шо? Что ты знаешь? Она тебе не идет. На Элема там меткость, чтобы добирать, наверное, нам взял. Вот еще ткань, кисти рук. Меткость, скорость. Это не надо никому. А че вы сидите? Босса никто не запустил-то? Да. Сейчас я запущу. У меня тапки А8 просто. Так, сейчас будет оно барак. Там все знают. А что там надо? А так ничего. Ну, тебе танчить босса, ты знаешь, как его ставить. Я подвожу жуков, убиваете. Два жука, по-моему, да? Да, по два жука выходит до конца боя. Насчет жуков, ребята, я вам скажу. Бейте их, пожалуйста, так сильно, как вы можете. Потому что если вы их не будете бить, блять, нам тут делать нехуй. Че он там, где этот лич, блять? А, да, кстати, тут такой прикол. Один, ты должен одного сагри держать на расстоянии, а Мишка должен другого сагри держать на расстоянии. Сначала заливаем ту, на котором Мишка, под АУЕ именно заливаем, а потом ты подводишь второго и заливаем потом второго. Вот так. Да не, это херня, мы били на всех вместе. Нет, все вместе они пизды дадут сразу. Я уже сколько хожу их, мы всегда их били все вместе. Так быстрее. А, ну тогда смотри, когда паладин рпал, когда они кастуют, это то, как он называется? Вот, я уже забыл. Я ударную волну дам. Ну, есть еще гнев небес рпал, он может тоже тебе помочь. Значит, рпал, смотри, когда я веду двух мобов, одного моба Мишка на свой вкус заберет с меня, все вы будете играть в того моба, которого забрал Мишка. И Перетрик тоже. И ты, когда он начнет кастовать вот этот удар, который убивает 50 тысяч урона наносит, ты дашь ему либо точечный стан, либо гнев небес, либо кто-то там, нежить паладин, либо нихуя. Это только, как его? Только потом... высшая раса эльфов может еще волшебный поток юзать. Как убили моба, бьем второго. Сразу это подходим, где вы там, смотрим бафы свои. А кто сферы сбивает? Маги, шипы, сова, все. Окей. Вы что, сейчас все сферы собираетесь сбить? Сколько зарываний тут? Два? Ну да. Все зависит от ДПСа. Три сферы. Судя по ДПСу, будет два зарывания. Три сферы собьем, а там посмотрим. Чек на пул. Ну пусть гипносис сбивает. Пускай. Окей. Давай запускай, Мишка. Хуярим этого пидора.
Так, жуки идут. Смотришь жопой. Ага, Мишкиного мова бьем. Блять, ну кто там? Что с боссом, да? Блять? Ну я, блять, потому что другого таунти начал. На мабаш сказали переключиться. Убили, убили. Что, теперь мы его. Веду под босса милики, чтобы били одновременно. Убили, убили жука. Быстрее весь рейп. Магер ДД тоже не вижу урона. Быстрее, быстрее. Вот молодцы. Сейчас еще выйдут, не расслабляемся. Три сферы разбиты, больше не бьем пока. Потом по... Как одна сфера останется, одну еще подобьете. Справа жуки. Не достаюсь. Сейчас достану. Угу. Мишкиного моба бьем. Стан ему ретрик дашь. Во время каста. Блять, подвис. Бьем, бьем. Быстрее, мы его теперь бьем. Так, на глыбу. На глыбу. Все жука убили. Убили жука. Убили жука. Убежали на дальнюю глыбу. Все разбивать? Нет, пока 4 есть. Забегай. Okay. Что ты делаешь? Ты что, блядь? Макс, бля, чё, глыбы не мог прожать? Да он прибежал прям возле этой... Так, тихо, успокоились, бьем быстро, бьем. Не просто так бегаем. Жуков не забывайте бить. Поднимаю. А нахрена да. Пал через лужу ведет? Вы чё, блядь, делаете? Алло! Поднимай, успокойтесь. Вы в курсе, что можно глыбой, бопом сбрасывать? Жуков, ну и вейдится, братан, и потом он в 2 раза быстрее. Не и вейдится, блядь. Всё нормально тихо, работает. О том поспорим. Бегайте пока. Мобов заливайте. Надо мобов сперва. Бейте, ребят. Пиздец. Мобов, мобов, ребята, у меня куча мобов. Нет. Босс вылез. Убейте мобов. Все в жопу. Так, я к луже веду. Давай, ставь к луже. Так, жуки приготовились. Бьем босс. Сфер нихуя нет. Да вот я той вижу. Нет, уже год забери, забери. Забирай это. Все, забирай, забирай. Мишкина вобьем. Слышу, зай. Мишкина вы убили, быстрее, быстрее, быстрее. 9. Моего теперь. Убили, убили, убили. Найс, зарылся. Ага. Босса бьем. Так, жуки выйдут, у жуков играем. Максимум по всем. Три жука будет. Сферы есть наверху, нет? Залейте всех, кто сейчас будет под боссом. Быстрее Мишкиного залили, еще одного с меня забирайте. Моих двоих тоже бейте. Бейте, бейте. Готовьтесь бить каст. Подводи, подводи, подводи. Почему? Сейчас босс зароется скоро еще. Уже. Сбивайте сферы. А сферы? Палы, можете... Нет, блядь, сферы, они же заканчиваются. Бопом. Да, они заканчиваются. Бопы приготовили. На шаманов тоже кинете боп. Под конец, под конец. Да, кидай, под конец. Кидай, кидай ему. Быстрее. Ага. Есть сфера? А он будет цель менять? Сферы кончились. Увидишь, а вы обните. Вот он его же поломали обратно, да? Недавно же все работало. Пиздец, один. Блять, я же тебе говорю, он видишь, как не борет. Нельзя вообще ни боб, ничего кидать. Все на. Так, че, когда какой вариант у нас есть? Зергать, чтобы одно зарывание было, правильно, а потом добивать. ДПС хватит? Ну, после зарывания рост должно хватить. Если мне фурика, но тогда будет проблема с контролем мобов. Прист, если даст оковы на одного, а тот один, который выйдет, будет мишка держать. Тогда надо будет сбоку держать мишки босса. Так, попробуем. А нет, для них это очень тяжело. Они такое... В смысле тяжело? Оковы какие-то. Не, 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 ты что, кому не, ты рассказываешь? Не-не-не,
нет, давай спросим. Кому там кто-то что там говорит, блядь? Да, я тоже не понял. Кто свой пицил открыл? Тихо. Давайте я вас спрошу, не будем сейчас ничего загадывать, кто что знает, кто нет. Прист, ты можешь кинуть сковывание нежити на одного моба? Когда ты свой пицил открывал, папки уже все позакрывали, нахуй. Понял, блядь? Тихо, ребят. Тихо. Чего все такие? Все мы все закрывали. Давайте умники, сейчас... блядь. Тихо. Давай договоримся. Значит, Мишка, сейчас я вам объясню. Я спекнусь Фурика, чтобы мы постарались прожать его в одно зарывание. Одно зарывание мы бегаем на луже, как обычно. После зарывания, как босс появляется, зергаем босса до 30 и там добиваем. Там только хилы затащат. Значит, смотрите, я поставлю на себя метку, Мишка, босса держишь вот в этой стороне, здесь жуки, которые выходят, они твои. Ближний жук, который выходит, он твой. Дальний жук с этой стороны, который выходит, это оковы Приста. Прист, держись немножко вот здесь. Значит, если жуки выходят с той стороны, где Мишка не ставит босса, там ты контролишь дальнего моба. Ближний моб, который к боссу, он... пойдет это на медведя. Ну, милики его там кинут что-то, какую-то хуйню. Мишка заберет, будем его бить. После того, как убили, Мишка забирает моба, который в оковах. Чек на хуй. Чай похава. А без сопротов давно убивали? Ставку сейчас делаем на зерк. Одно зарывание наша задача. Что, все сферы сбивают, да? Да. Ну, с понтом, что мы, типа, один раз он взрывается, и мы потом, типа, это... стараемся его прожать до 30. Так, еще раз чек на пул. Мишка здесь так, начинает. Так, сюда еду? Примерно вот сюда, вот на этот темный квадрат ставишь. Лужу тут какую-то сферу разобьют. Все, начинай, веди его сюда. Пока не бейте никто. Мишка начинает всекать. Ну сказали, блядь, не трогать, на ёбаный урод, блядь. Еще и сказали, дать поставить. Жуки выходят прист на позицию контроля. Моба убиваем. Сильнее. Так, я его выбил. Второго сторону. Так от того даже не убили, ребята. Да, курсе? Я видел. Я вам объяснял бить моба. Все бьют моба. Зачем? Лучше босса ебашь. Бейте. Жука бьем. Сбил каст. Оковы АУЕ осторожно там. Добили моба и второго. Так, забрал на себя. Моба, ну его, бьем. Бьем моба. Все в моба быстро. Блять, второй раз не добили, я вас балдею. Сейчас балдею. Ничего, сейчас вылезет. Ребята, играйте в мобов. ШП, сова, блять, играйте все в мобов. Если, блять, их не бить, нам пиздец придет. Играйте правильно, блять, по тактике, как вам объясняют. То есть, ты хочешь сказать, что я в мобы не играл? Я не говорю тебе, что ты не играл, я говорю всем играть, играйте, пожалуйста, все. Кто не играет, играйте. Моб вышел, убейте моба. Кто рядом с ним, бейте. Начнет каст, стан дадите. Когда вылезет босс, дадим рот. Он баганый, ему дадут определенное хп. Короче, он заревается на определенном хп. Тихо, Мишка, поднимай мага. Блять, шаман, вставай. Шаман. КД. Шаман, вставай, есть вставалка? КД у него. Значит, сова, поднимай, шаман. Походу не хватит, да, у нас? Надо попробовать. Играем. Махва. Нет, три жука, блядь. Нихуя себе. Хуйня. Жуков? Не, если жуков не бить, конечно, это меня. Тот первый, он забагался.
Да, он забагался, потому что если его не бьешь, блять, он еще быстрее зарывается, скорее всего. Нет, он доводишь до определенного хп, он так тормозит и потом исчезает, и он оказывается потом зарыт. То есть там нет ни анимации, ничего, уже так было три раза. Это Сейчас. Говорит о том, что надо жуков бить до того, как они зароются. Сколько там секунд, что в курсе? Да ты не понял. Лимошка пишет, я охуел от короля Мирона ППГ. Так, Прист ушел. И ДК тоже. Спасибо, ребята. Прист, спасибо, но у меня просто, да, РТ, да, и да, я уже дальше не могу. РТ, все понятно. Спасибо всем. Все молодцы. Все, рот тогда. Нет, блядь, не нужен КВ, давайте. Ха-ха-ха. Блядь, у меня КД везде, я не нужно пройти эту хуйню. Мак, есть порт против был? Никто? Нету порта, да? Блядь. Нате. Может попробуем, а? Не, ну если ты доберешь рейд, порелишь. А, блядь. Честер, чё, какие дела есть? Честер. Прием, ты тут? У меня только лучшие товары.